Тольятти, ближайшее будущее города и его жителей. Если говорить о рождении города Тольятти, то оно начинается с 28 августа 1964 года. В этот день Президиум Верховного Совета РСФСР постановил переименовать город Ставрополь Куйбышевской области в город Тольятти в честь генерального секретаря Итальянской коммунистической партии. И, как мы знаем, в 50-х годах строилась Волжская ГЭС, и старый город в 57-м году он был затоплен. Начались строиться новые дома на новых площадках, и фактически началась новая жизнь, фактически начал в то время развиваться вот этот новый город с новым названием. Какие планеты мы видим в гороскопе города Тольятти? Очень яркие. Солнце находится в знаке Дева. Дева – это знак четкости, аккуратности, педантичности. И рядом с Солнцем находятся такие планеты, как Меркурий, Уран и Плутон. Меркурий – это образование, это информация, получение и передача информации, это высшие учебные заведения. Уран – это планета новых технологий, это планета ученых, конструкторов, изобретателей. Уран – это планета техники. И в 60-е годы начали строиться производства, новейшие в то время. Химические производства в 66-м году начал строиться крупнейший в мире Волжский автомобильный завод. И планета Плутон. Планета Плутон – это планета очень сильных людей. Людей, которые аккумулируют глубинную свою силу и проявляют ее в этом мире. На низком уровне – это уровень преступности. И вот вы знаете, в 90-х годах наш город называли бандитским городом. На среднем уровне – это сильные люди в общественных организациях, в политике, в бизнесе. И на высшем уровне – это люди, которые обладают магической силой, обладают пониманием сути вещей. Город притягивает и таких людей. И на ближайшие месяцы, на ближайшие годы какая перспектива? В ближайшие месяцы городу будет покровительствовать планета Сатурна. Это планета власти, планета строгости и порядка. И среди нарастающего хаоса и нестабильности наш город в ближайшие месяцы, да и в ближайшие годы, это будет место относительной стабильности и развития. Итак, в ближайшие месяцы Сатурн, власти будут помогать в экономической и в других сферах города. В ближайшие три года на вот эти четыре планеты, о которых я говорил, Солнце, Уран, Плутон и Меркурий, оказывает гармоничное влияние планета Уран. Будут реконструированы многие старые производства, откроются новые производства, как по выпуску изделий, вещей, так и в компьютерной области. Изобретения ученых, вот эти инновации, будут активно внедряться в нашем городе в ближайшие три года. Наш город послужит такой площадкой новых технологий. Планета Плутон будет в гармоничном аспекте с Юпитером в эти три года. Юпитер – это бизнес, это новое производство, это путешествие, это туризм. И вот эти сильные люди, планеты Плутон, они дадут импульс созидательной воли, импульс такого оптимизма, импульс понимания сути ситуации и помогут развернуть вот эти новые производства. И еще хочу сказать о планете Нептун, планете духовного развития. Она будет покровительствовать людям, которые связаны с Венерой. Венера в гороскопе города находится в Раке. Рак – это интерес к традициям, это наши предки. Венера также, она покровительствует сферу питания, ресторанам, сферу, где можно хорошо
приятно провести время, отдохнуть. И планета Нептун – это планета природы, планета тончайших музыкальных ощущений, планета тончайших духовных вибраций, будет покровительствовать вот этим сферам. Вот эти три года высшие планеты, они благотворно действуют на гороскоп города, на жителей, на развитие нашего города. Желаю любви и процветания нашему городу, жителям и гостям города Тольятти. Благодарю за внимание.